Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзикварс. Сегодня у нас прохождение кошмарки, тактика, подробный разбор. В общем, западня в пустоши. Ведет нас 777-я. Большой привет. В общем, очень интересно. Не смотрите, что я нахожусь на полном катаре. Однако, по чату, соответственно, смотрим, как командир выбирает коконы. И потихоньку, то есть, соответственно, в один и второй кокон делятся поровну. И бьются 8, соответственно, бьют туда, 8 туда. Здесь агрят матку. Матку агрят специально, ребята, по 3 титана. Но агрят ее соответствующим образом. То есть пока, ну, коконы живые. То есть после того, как коконы умирают, матку, соответственно, перебрасывают на следующих титанов. Титанов так много, потому что нужна, соответственно, защита. Итак, мы здесь идем в 7 сазидов, 11 рухов и 12 титанов. То есть, ну, такая очень интересная тактика. После чего, соответственно, командир решает, надо убить один кокон. То есть, от текущего соотношения, то есть, титаны распределились уже. Все, можно убивать. И, ну, титаны, так скажем, получается, задней линии начинают агрить матку уже фазами. То есть, они перекидываются. Мы так и продолжаем сидеть на катаре. То есть, что дальше происходит. Соответственно, сейчас оставшиеся тыки проходят у нас в кокон и начинаются первые фазы в саму матку. То есть раньше ходили себе в матку, то есть и было, раньше ходили все время на протонках. Сейчас такое не происходит, сейчас немножко делается все по-другому. То есть я думал, что будут, соответственно, бить волнами, бить на катаре саму матку. Нет, теперь волнами начинают бить, соответственно, мелочь, вот эту всю пузатую. То есть они теперь уходят на эту мелочь. Все фазы в большом количестве теперь, ну, то есть все, кто есть, ребят, читайте внизу чат, они просто бьют в матку. Соответственно, рождается по 4, по 5 червей максимум. Это позволяет рухам беспрепятственно, спокойно волнить, то есть четверых. Так как рухов 11, то, соответственно, 5 можно забирать. Но мы выводим 4, потому что проблема в паутине. Паутины постоянно и много. И некуда от нее деваться. Итак, соответственно, командир командует по 2 и забираем. Это вот сейчас начинается самый нудный процесс. Он будет идти еще долго. Отсюда, наверное, я буду включать ускорение. Это просто повторение. То есть, что делается? По 2 волны, по 2 волны. Ну, здесь, ладно, 3. Ну, в общем, сносится. Там, везде сносится. После чего, то есть, ну, если родилась еще одна, то дальше на нее выходит, сейчас командир приходит, скажет, давайте тыкаем быстро, то есть, соответственно, и дальше фазим, то есть, спокойно, то есть, сейчас по 10 фазов опять будет удар, ну, в саму матку, она опять родит четверых, и так будет делаться до конца. Командир, в общем, решает, когда добить. То есть дальше смотрит по количеству рухов, находятся они в паутине или не в паутине находятся. И, соответственно, примерно где-то, когда остается 20 или 15% ее жизни, начинаются волны. Вот тогда бьют на катаре, то есть все как надо. Я тут вот тут накосячил, в общем, на меня там куча народу, короче, начало материться, потому что, ну, сделал неправильно. Рождение, короче, мелких очень сильно влияет, то есть, соответственно, мы тратим еще дополнительные ходы, то есть, зачем тогда покупали катар, как бы, ну, непонятно, им ни разу за всю эту я, как бы, и не воспользовался толком, потому что фазом я и не бью в нее, а волнами, получается, бить в мелочь, ну, я не знаю, как таковое. Это вот, ну, единственная непонятная ситуация, но зато очень экономно. Получается, на одних фазах, то есть можно спокойно проходить пустошь. Считаю, ребята, ее сложной, то есть для начального уровня хождения она, ну, не подходит. Получается, титаны, вот если вы досмотрите до конца, очень сильно гибнут. Там останется 3 или 4 титана, независимо от того, сколько, короче, получается, ну, народу шло. То есть и как защищали, как титаны перебрасывали. Просто, ну, просто это тяжело. Вот так вот. Ну да, 5 максимум рождается. Я говорю, сейчас будет смотреть на паутину. То есть вот такая будет ситуация. Сколько сейчас будет их? Ну вот, паутины, короче, 6 сразу закинуло. И дальше сейчас такая команда. В общем, читайте, ребята, чат.
имею в виду, если вы пойдете кошмарку еще, чтобы вы знали примерную тактику ее прохождения. Ладно, ребят, всем счастливо. Дальше только победа, только зеленые ключи. Так охота посмеяться. Ладно, всем счастливо, ребята. Всем пока.